26 марта глава Северского района Адам Джерим провел внеплановое выездное совещание в поселке Черноморском с сотрудниками поселенческой администрации. Причиной этого стало большое количество жалоб и проблемных вопросов от жителей. Больше всего людей волнует состояние дорог и тротуаров, ремонт Дома культуры и расселение жителей из аварийного жилищного фонда. Также многих беспокоят проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Адам Джерим призвал работников администрации организовать работу в поселении правильно и плодотворно. Коллеги, за нами люди стоят, на нас смотрят через лупу, можно сказать. Каждый наш шаг отслеживается, кто как работает, какой результат работы. Когда мы говорим людям одно и то же, это уже недоверие со стороны людей. Когда они решаются вопросы, перестают верить вообще власти, любой власти. Я призываю и вас, и вашу команду пересмотреть подход к работе. Вместе с главой поселения Натальей Мовчан, сотрудниками администрации, депутатами и начальниками структурных подразделений обсудили насущные проблемы и способы их решения. По итогам внепланового выездного совещания решено привлечь помощь районных специалистов.